1 по 5 августа в Казани проходит соревнование по академической гребле. За несколько дней прошедших состязаний уже можно подвести предварительные итоги. В классе «Одиночка» старший юноша московской команды пока на 5 месте. В этой гребле лидирует Уральский федеральный округ. В классе «Двойка распашная без рулевого» лидируют московские девушки – Жукова Анастасия и Ростецкая Александра. В парной двойке у юношей сборная Москвы пока на 6 месте. Лидирует Нижегородская область. В классе «Четверка» распашная с рулевым, москвички среди серебряных призеров. В таком же положении и юноши. В классе «Четверка» распашная без рулевого юноши Москва уступает только Южному федеральному округу. В «Четверке» парной девушки из команды Москвы претендуют на бронзу. В командном зачете по предварительным результатам Москва находится на 2-м месте и пока уступает Южному федеральному округу. Вслед за ними идет команда «Приволжья». Остаются еще финальные соревнования. Какими будут окончательные результаты, точно сказать не могут даже судьи. Все зависит только от спортсменов, от их упорства, силы и стремления к победе.